Доброго дня, Миколаїв. 28 липня, 23 рік. Сьогодні ми були дуже, не сказати, що друг, товариш, просто знайомий, дуже добрий знайомий з Миколаєва, з Матвіївка, це пригород Миколаєва. І сьогодні ми взяли в нього сливи. Заїхали і взяли сливи на окуліровочку. Не довіряю я інтернету, поки мені зайде 3-4 дні по новій почті. Все одно пройде час. Ми поїхали, взяли і відразу робимо окуліровочки. Окуліровочки у нас є така слива угорка, яка нам не сильно подобається, їй не треба забагато, їй треба там якась одна гілочка. І ми будемо його сьогодні перепрививати на ось цю угорку. І є у нас там, ми купували як чорна абрикоса, але воно не зрозуміло що. І ми теж на неї будемо прививати оці різні сливи. Які сливи, я вставлю відео. Як ми були в цієї людини, Володимир Новгородов, я вставлю телефон обов'язково в коментарях і в описі до відео. Кому потрібно саджанці інжиру, гранату, людина займається, дуже гарні саджанці і, що саме головне, недорого, тому що людина працює, не для грошей, а для того, щоб людям робити добро. Також у нього дуже багато саджанців винограду. Дзвоніть, замовляйте. Приємного перегляду. Сьогодні у нас 28 липня. Ось це справа, кримський полосатий, а ось це гюлоша. Ось це розове. Здесь два куста у них. Гранати. Це цвіт. А це ще закриті цвітки, да? Вони ще. Ні, плодики ж є вже. Вот такого плана плодики. Вот они ж. Ё-моё. Вот это плоди є. Вот є плодик, воно. Ух ти, ё-моё. Вон они вот таких. Вот они такого вже плана плоди. Оно ж это зависть, одні цвітуть, другі. Тут ще менше, я жду. Да, а там он только вяжеться. Здесь на полу ще упав. А это вот здесь вверх вообще он цвета полно тоже. На що цвісті нові кидають цвіточки. Я ж у вас. Я хотів весною, коли ви почеринкували, взяти у вас. Вже осінню приїду, візьму. Вот эти такі малі, здесь, он там, вон є малі. Вон дві штуки сразу, вони є і по три штуки, та сама куча. А це я висадив кримський полосатий, вон три штуки. Це от кримський, але в ньому чого-то немає цвіту. А це гілоша, от вона. У неї вже рост пішов, цього от вже після посадки, от вони вже пішли прирост. Так, молоді приросли. Так, вже ж видно, що прирост пішов. А та груша вон в такому плані. Ага. Ага. Это пропадает у меня что-то груша. Я уже и железо купил, и это все. Но она пропадает. Что она пропадает, блядь? Вот он. Такие виноградики. Атос уже наш. Спеть, это его первый урожай. Веточки тоненькие, он видно. Атос, да? Да, это атос. Бачите, еще до вас по винограду. А здесь вот эти кустики у меня ряд идут на продаж. Вот они. Вот такие гроночки у этого саженца хорошие. Вот они две такие. Я здесь и не чистил, и ничего. Это у вас как прикопи. Саженцы. Это саженцы. Мой ряд вот это и это вот. Саженцы, ничего себе саженцы. А это саженцы идут. И там вот тоже. А вот здесь вот, если вот сюда пройти, это кто у меня? Синдикат. Это синдикат. А вот она, это самая Каталония. Вот она. Вот такого плана. Вон оттуда рукавчик, вот уже ягодки уже такие, вот уже какие гроночки, оно видно. Это Каталония, да? Я так и для себя снимаю, чтобы запомнить. Вот они. Ух ты. Вот видно, какие грозди у Каталонии. Я вам рекламу даю, я ваш телефон дам, кстати, на канале. Вон он. Если что, вам
У вас будут вот саженцы. Это все, вот это идет Каталония. Вот это. А мне что нравится вот из этих, да? Вот этот мне нравится, вот сорт. Вот этот у него крупная, красивая ягода будет, ну позже. Этот самый эмигрант, вот он, рукава идут его, вот он. И по ту сторону. А это черный хрусталь, вот такого плана, бурдаковский. Вот он, черный хрусталь, в нем нет косточек. А, я кишмиш, да, получается. Да, ну только, ну как это, брависсимо вот как, и вот это черный хрусталь такой же самый. Ну а здесь я же говорю, что вот это, вот этот мне нравится, это сыну вот этот сорт это нравится, вот он, вот его гроночки, видно вот это, Goldfinger же это, вот он, Goldfinger какого плана. Это тоже уже скоро дозреет, да? Уже да, такие... да, 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 ну вон это японец, это такой чисто для себя кушать. Там у меня вот винный ряд, вот это у меня растет. Ох, там у вас что-то такое красивое, блестящее. Где? Это что, такие гроны такие, ого. Это что? Да. Тоже что и красивые гроны такие. А это этот, по-моему, богема, что ли, да. Вот это богема, вот она. Тоже уже скоро дойдет, да? Да. Такие гроны. Вот это ранние, это говорят, что гурман ранний, малоурожайный. Я грон еще сколько срезал с него. А? Та да, вы как выставляли там тачками вырезали. Грон это режу, блядь, с него сколько. Вы выставляли если тачками на каждой вырезали. Висели по две колобаки. Ну куда их оставлять? Вот она, вот такого плана. Богема, вот две, это грозди, вот это богема. Видно? Угу. Загорульки вот это богема. Того, что вот он кустик, но я здесь хочу делать же на две плоскости. Одну плоскость туда пущу, а одну плоскость сюда. Но кустики уже хорошие грозди. Хорошие. Вот они. Вон гроночки такие. Вот такая вон. Это что за сорт у вас? Это юбилей Новочеркасска. Вот это. И там говорит, что это плохой сорт. Ну как он плохой сорт? Это отличнейший сорт. Ну это Анюта. Вот то Анюта это самая, ну она позже туда, это же поздний сорт. А вот есть, я вон сейчас вот идем сюда, вот это отличается, вот его гроздь, вот он кустик маленький, вот это гроздь, это ранний палыч. А это вот, это самая слава Украине. Но, это вот такой вот саженец слава Украине. Но, я это думаю, что ранний палыч, и это почти похоже. Но это плотнее гроздька, конечно. Ну да, там плотнее, круглее она. А тут она такая, и ягода тут все равно чуть-чуть. Что более удлиненная. Да, удлиненная. Да? А та больше круглейшая. Это... Есть кое-какие там? А это прима Украины. Вот то. Вот то прима Украины. Вот то желтенькая. Она мускат будет. Ну мускат у ней бомбезный вид. Ну, оце в мене є така, що на вид вона не, він не сильний, да. Блін, а мускат у нього я дуже сказав, сильний. Я зараз займаюся того, що этот у мене весь ряд був на землі, все лежало. Так треба же підняти. Ну це у вас як саженце воно, да, тут? Так, мені осінню, я відсюди буду щось брати, от, допустим, Олег, а то Міша Гречка Шарада. Шарада. Шарада, Миша Гречка. Ну здесь вот эти уже все из... Ага. Видно, какая гроздь. Говорят, что лысые, маленькие грозди. Так где она лысая, где маленькая гроздь? А? Вот они какие гроздочки ландыша. Вот это все ландыш. И то я еще вырезал половину с этого куста. Он очень урожайный, хороший. Но то надо ж это. Ну, о, такие гроны капец, набыти. Да, это Миша красивый. Гречка. Вот оно. Чистесенькие гроны. Шарада его. Вот это Миша Гречка Шарада. Ну, в прошлый год оно было высоко, я обрезал. И это самое, то есть уже это пошли такие лозы. А лист у него какой-то такой аж темный, такой аж такой. Ну, он такие и на ощущение в ней. Цупкий, да? Ага, такие кисло. Ну, даже... да. Хочу посмотреть, что это за сорт. Брависсимо бурдаковский. Вот он такого. А тот джин Миши Гречка. Вот я тут тоже оставил
Груночки, вот этот джин, это красный будет. А, він красный будет? Кишмиш джин. Это Миша гречка, вот. Одна гроночка, вторую гроночку оставил. Ну и те растут там. Там и это такое, там и барин, и эти все туда. А. Вот гроздь. Вот, вот она, слава Украины. И то гроздь, он слава Украины. Но здесь две грозди. Это дубовские. Ага, это уже разные. Ну да, да. Оно же видно, что это круглое. Вот это слава Украины. Ну грозди же, да? Да. Так, а веточка какая? Вот он, кустик молодой. Вот один такой рукавчик маленький такой. И две такие грозди я оставил. Если по срокам, это она похожа. А идем мы туда обойдем. То есть она была красная, а эти висят еще ж. Ну, я думаю, крупные сливы. Да, ну. И здесь я вот из-за чего хочу взять, сливы. Потому что у меня есть угорка, и вона, ну, вона не дуже йде, у нас здесь и здоровенно деревина. Здесь сливы висели, но они осыпались, отпали. Может, ветер вот это, что здесь был, что это, ну, это такое, что оно, что где-то что-то осыпалось, где-то что-то опало. Но вот эту я одну, вот здесь она средняя висела, такая крупная, вот я так посмотрел и лежит на полу, думаю, что это самое, балет долгожданный, это одна, по-моему, одни родители. А это вот эта прима Украины, ну, у нее вид такой, да, как, ну, как бы грязненькие ягоды, да, такой? Как это подарка Запорожья. Что нету такой красоты сильной в ягоде. Но вкус Агрован. Это самое... Но яблоки у него с гранью идут. И как это... Видно, вот как это в зайца, это мордочка. Ага. Это так, Ереван и Скарлетспур. Вот эти я три яблони я-то заказывал. Вот это, по-моему, Скарлетспур. Вот это зимние такие, на хранение. Да, или... да, да. Это красное яблоко. Очень такое красное. И такие пятнышки беленькие еще такое идут. Ну, вкус офигенный. Веточку. Вот это, да? Отрезайте веточку, я десь прицеплю. Да. А это мне дали они в подарок. То есть... Три яблони я высадил, эту мне четвертую дали. Но это же из этой же серии. Вот я вижу мордочка, как зайца, да? Идет она, и так же идет вон кучами. И они крупные яблоки, они сами-то крупные яблоки. Вдоль всей ветки вот это, видно? Там видно, видно. Вон она что, да, к стволу все. Видно, сколько яблок? Урожайная, офигенная. Это Скарлетспур вот это, а те у меня там Ереван и Джерамин. Это прекрасная ягода. В рынке ее берут аж бегом. Вот какие ягоды, да? Но видно же грозди, вот они. Это ж грозди. Виктор. Виктор. Вот это был юбилей Новочеркасского. Вот они все похожи. Что Виктор, что эти все похожи. Вот что-то такое. Но грозди отлично. Такая растрепанная. А вот это крупно, у меня красиво. Рашфор, я... вот он. Она просто что растрепана такая грона, ну. Вот. Ну, на цвет красиво. Видно, вот они какой-то рашфор. Он крупный, это Павловского. Ну, хорошая ягода тоже. А это вот сливка, смотри. Вот такая Ого. Была она сливка. Ого. Вот, иди Ого. Отсюда. Капец. Это пиздец. Она как упала у меня. А я ее быстренько на эти, на проволоки положил, видишь? Иначе бы она вот здесь бы где-то хрустнула. Она еще перегружена, капец. А если равнять ее, то как я ее буду равнять? Ну вот как равнять? Да не, вы вот, не выровняешь, вот оно взломается. Вот здесь вот так в фокусе встать, вот видно, что урожай. Да, ё-моё. Слива офигенно. Это я ее брал как, это самое, Black Gold я ее брал. Black Gold, черное золото. А эту сливу я брал вот вверх, вот если взять, да, как будто бы облепиха, да? Вот да, она. Капец, вон вот тоже так облепило все. Так вот ветки же лопаются, они падают, ветки ломаются, вот они. Здесь он сколько плода, я вижу, она живая, думаю, ну пусть пока спеет. Ну да.
Уже... А слив немерено, да, вот сколько оно слив, вот видно, и слива крупная. Эту я брал как Стенлей. Ну, это мне прислали, хрен его знает, что, ну, она крупная, я ее, да, а мне ты нифига не думаешь. Ну, а это слива, это вот видно, это вот с этих, с красных вот слива. Ага. Это так. Слива вот эта синяя, это слива вот эта крупная. Чтобы запомнить черенок, ага. С какой сливы. Ну, так их нет, я, есть чем писать, а у меня там есть ручка. На, вот эту ленту. Вот инжирики. Уже плодики инжира. Это рандина. Рандина. Вот это рандина, вот это он отпал. А я же и не захожу. А в мене чогось всі ожоны, ожоны ще валяются. Да, я-то там вижу этот самый. В мене чогось перва завязь вся обсипалася, і я оце не знаю чого. Я думав, може вже треба оці листки удалять, що ну вони... Ні-ні-ні, не треба. Не треба. Не треба. Вот это далматский. Вот это, ми з тобою брали куста, вот это рандина, это далматский. Ну, у нас, ну, я уже... брав браун-турки у вас, ну і, по-моєму, далматский. Так, а ну, це саме, їх треба пробувати. Ось такі вже кушать, аж бігом. Капець. Да, та они уже полностью готовы. Вот они, вон, вот, видно, вон они, о. Вон они. Далматский это. Вот он. Далматский это вот он уже спелый. Да, а так у него урожая много, вон все ветки. У мене щось оце ранее подпадало. Я не вот щось ніяк я не подружуюся, блін, з інжиром. Щось думав, може я щось неправильно делаю. Вот у меня же мне одни пишут, что вот эти веточки бы надо обрезать. Я говорю, ё-моё, ну каждая ветка, вот ты её скинь, это рана. То будет сок, это белый сок течь. Ну нафига пока раны делать? Не, я ну если режу... у вас воно рода и все, то зачем? Если я их это режу осенью, ну вот он, рандина, видно? Вот он висит на кусту. О. Вот он, рандина. И плода много, вон его сколько плода, да? То есть это зайца сорт этот, вот он, видно, вот то плодик вон висит? Ага. Это браун турки. О, це ж я вас такі набирав. Мене вони попіймалися всі. Очень урожайний. Вот Прочі. Он, да, допустим, от взять, вот он. Браун турки. Ну плодов сколько, плодов офигеть у него это завязи. Фиги, бреби, у него полно. Вот это браун турки, вот он. И прирост у него хороший, все. Яблок. Конечно, ну это... Но оці ви укривали, от именно оці кусти, да? Да. Я не помню, я приїжджав, да? Я просто брал это, прикапывал их, положил на землю и накидал грунт. А. Можно это самое, сын в эту зиму не укрывал вообще. Ну я говорю, ну вязи, ой-ой-ой, да, вот сколько, сколько тут это плодов, офигеть. Это самый, это она вот спеет, Слава, вот видно, да? Яблочки у Славы. Целита, наверное. А? Это на день Спаса. Вот это, когда Спас, вот тут вот, в церкви, это яблоки, как раз она вот в это время она будет спеет. Слава победителям. Они же там мне рекламу такую кинули. А, посадки. Ну, посадка, да. То понятно. Сайт посадки. Вот это я брал, это в посадке. А это вот брунсвик. Вот это брунсвик. А це? А это фиолетовый. Ну, да. Это фигня, то есть его надо выкидывать. Фиговая фигня. Да, ну что это вот они такие там за 5 лет. Зато приросты какие. 3 маленькие было это самое фигушки. За 5 лет 3 это фигушки и все. Брунсвик. Да.